Попробуйте блюдо в горячем варианте за ужином и в холодном исполнении как закуску на праздничный стол. Рецепт достойный и сытный. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами я, Александр. Я Марина Чернова. Готовим мясные котлеты в панировке с секретом. Итак, канал «С дедом за обедом». Просто котлеты с начинкой. Оставайтесь с нами. В состав рецепта входит фарш, яйца, чеснок, пучок укропа, соль, черный перец. Для соуса сливочное масло, лимонный сок, желток, соль, перец, панировочные сухари и белок одного яйца для панировки. Подготовить все ингредиенты. Отварить заранее 4 яйца и остудить в холодной воде. Очистить вареные яйца от скорлупы. Укроп порубить мелко ножом. Форму для запекания смазать растительным маслом с помощью силиконовой кисти. В глубокую чашу выложить фарш, чеснок, пропущенный через пресс. Добавить соль, черный перец и рубленую зелень. Тщательно перемешать. Белок от одного яйца взбить венчиком или вилкой. Разделить фарш на 4 части. Подготовить тарелку с панировочными сухарями. Выложить на ладошку одну заготовку. Придавить, сделав блин. Сверху положить яйцо и завернуть в фарш, сформировав котлету. Затем обмакнуть во взбитом сыром белке и обвалять в панировке. Можно также для панировки использовать перемолотые овсяные хлопья. Выложить все котлеты в подготовленную жаропрочную форму. Выпекать в разогретой духовке 35-40 минут при температуре 190 градусов. При этом пару раз котлеты смазать растительным маслом и соком, который у вас образуется при запекании. Пока котлеты готовятся, сделаем горячий соус. Чтобы желток не пропадал зря, смешать его со сливочным маслом. Добавить 3 столовые ложки воды, 1 чайную ложку лимонного сока, соль и перец по вкусу. Топить соус на водяной бане, тщательно размешивая пару минут. Мясные котлеты с яйцом и сливочным соусом готовы. Съедаются, ну, очень быстро. Попробуйте блюдо в горячем варианте за ужином и в холодном исполнении как закуску на праздничный стол. Рецепт достойный и сытный. Надеюсь, вам понравится. Приятного аппетита! Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас уже более 200 рецептов. А я желаю вам хорошего настроения, приятного аппетита. До скорой встречи. Пока!